С самого детства я занималась разными видами спорта. В моей жизни был и футбол, и волейбол, и плавание, и синхронное плавание. Даже шахматами занималась. В 10 лет жизнь меня привела в художественную гимнастику. И до 17 лет у меня получилось выполнить звание мастера спорта. В первой половине дня я делаю тренировку на растяжку, перед которой я подкачиваю мышцы. И это позволяет мне очень хорошо разогреться и привести тело в тонус. В растяжке очень важно глубоко дышать и уметь расслабляться. Это, наверное, такие основные правила, которых нужно придерживаться. Ну и, разумеется, слушать сигналы своего тела. Последние годы я тренируюсь 3-4-5 раз в неделю, буквально по 40 минут, по часу. Мне этого достаточно для поддержания моего уровня энергии, физической формы. И у меня сейчас нет цели сильно накачаться, либо сильно похудеть, потому что я уже знаю, какие подводные камни могут быть на этом пути. Я просто полноценно тренируюсь и вписываю тренировки в свой образ жизни таким образом, чтобы это приносило мне пользу, здоровье и счастье. Со спортом все очень просто. Если у тебя не хватает мотивации, если ты долгое время прокрастинировал и не хотел возвращаться или вообще заново начинать, я знаю, как это сложно, но очень важно просто встать и сделать. Если сложно, то с вечера скажи себе, что я завтра это сделаю, а с утра встань на час раньше и наблюдай, как меняется твоя жизнь.